Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас видеообзор штатива от фирмы Dremel. Давайте посмотрим, что же у нас здесь внутри. Такая вот коробочка. Данный штатив используется для крепления бормашины при использовании гибкого вала. Давайте посмотрим, что же у нас тут внутри. Внутри у нас вот такие вот трубочки. Само крепление и аннотация. Вот у нас такая вот аннотация, где указано правило сбора, порядок сбора. Давайте смонтируем, посмотрим, что же у нас получится. Вот крепление, здесь пластиковый упор, винт, сюда мы будем вставлять крупную трубку. Согласно инструкции вставляем данный болт вот сюда вот. Здесь фиксируется. Ставим шайбу и накручиваем данную вот головку. Накручиваем головку сюда, а вот сюда вставляем трубку. Потом, когда трубка вставлена, как вот показано на инструкции, используем вот такую вот соединительную трубку. Так, и вот сюда вставляем. Потом на вот данный конец трубы вставляем вот такую штучку. А в нее вставляем вот этот крючок. Сюда вот эту надеваем обрезиненный наконечник. Вот так вот крепим штатив к столу. При необходимости используем шурупы, которые фиксируем сюда, в торец стола. Но если есть необходимость в этом. В моем случае необходимости в этом нету, поэтому фиксируем просто на вот этот вот зажим. Конструкция готова. Мы подвешиваем нашу бормашину на данный штатив. Высота ее порядком, наверное. Высота данного штатива 110 сантиметров. Можно конструкцию уменьшить. При полной длине мы видим, как у нас провисает наш гравер. Высоту можно немножко уменьшить. Если вот уберем, конечно, тут постараюсь показать. Небольшой такой перекосик есть у этой трубы, но это не страшно. Ее можно, в принципе, уменьшить. И можно пользоваться. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.